Фериде Муртазаева, 20 лет, поселок Мирный, Симферопольский район. Через тернии к звездам. Главный девиз Фериде Муртазаевой. Несколько лет она сопровождала своих подруг и одноклассниц на конкурс «Преград нет». Смотрела, как дети выходят на сцену, и мечтала, что когда-то тоже окажется на их месте. И вот в последний год обучения в школе, благодаря творческим способностям Фериде и поддержке педагогов, желание сбылось. В школе, когда я училась, ученица увидела во мне способности и развила эти таланты. Мы с ней вместе вышивали работы, и она отправляла меня на конкурс. Вот. И благодаря этому я во многих конкурсах заняла места, стала лауреатом. И один из них, я стала лауреатом второй степени, и мне Ника Сафонов отправил свою книгу, подписал ее специально для меня. Вот. Также участвовала в конкурсе и тоже победила, летала в прошлом году в Петербург. Фериде вышивает лентами. Занятие приносит ей особое удовольствие. Именно любимое хобби и привело ее на конкурс «Преград нет». У Фериде еще два брата и сестра. Все прилежные ученики. Мама Эльвира Абильевна рассказывает, дочь всегда стремилась к саморазвитию. Она ребенок спокойный, общительный, в контакт со всеми. Контактируется с людьми быстро, легко. У Фериде нарушение функции зрения, врожденная дегенеративная близорукость глаз. Мы по поводу зрения узнали перед школой. Вот ей надо было в школу уже оформить первый класс, пошли медосмотр проходить. Вот там и обнаружили. Однако болезнь никак не повлияла на развитие. В школе занимала места в различных конкурсах и была ведущей на линейках, участвовала в мероприятиях. Но главные эмоции получила во время награждения на премии «Преград нет». На сцене было волнительно. У меня был очень хороший волонтер, он мне помогал, потому что я шла и боялась, чтобы нигде не споткнуться, не упасть. Все-таки съемки, Сергей Валерьевич, и было немножко волнительно. Но и в то же время было как-то радостно внутри. Сегодня Фериде – студентка Крымского инженерно-педагогического университета. Обучается на специальности «Начальное образование». Идет к еще одной цели – стать учителем. Впереди первая сессия, первый экзамен. Очень ответственно. Дисциплинированно, легко нашла общий язык со всеми однокурсницами. Фериде очень любит детей. Мы надеемся, она будет хорошим учителем. Университет для Фериде – еще одна возможность проявить себя. Мне нравится студенческий актив профком университета. Я являюсь старостой и представляю свою группу. Мне нравится такое движ в университете. Всем детям, кто мечтает стоять на сцене премии, Фериде советует не бояться, верить в себя и в то, что преград нет.